Большие потери понесла Турция в боях за сирийский город Аль-Баб. В противостоянии с ИГИЛ погибло 14 военных, еще 33 получили ранения. Представитель турецкой армии сообщил, что в боях были уничтожены 138 террористов. Турецкие бомбардировщики нанесли удары по десяткам целей исламского государства. Турецкая операция «Щит Евфрата» в приграничных районах на севере Сирии продолжается 4 месяца. За это время погибло по меньшей мере 30 турецких военных.